Грамматика «Илька Хада». Я думаю, я собираюсь. Это выражение указывает на то, что есть желание или мысль сделать что-то, что еще пока не решено. То есть мы планируем, хотим сделать что-то, но пока еще не решили. Например, «Копирель Машелькагею» – «Попить кофе, думаю». «Кьемхуарель Пулькагесею» – «Посмотреть ли мне этот фильм, я думал». «Чингудельгуа Качи Чонёгуэль Могилькагею» – «С друзьями вместе поужинать, думаю». «Нэньонэ Цоуре Йохэн Халькагею» – «Я думаю, в следующем году поехать путешествовать в Сеул». У нас также есть очень схожая грамматика к этому уроку. Это грамматика «рего хада» – «собираюсь что-то сделать», но между ними есть очень сильное отличие. Смотрите, «рего хада» – «планирую, и я думаю, что точно буду делать». Мое конкретное намерение. А «илька хада» – «планирую, и думаю о том, стоит ли мне делать это или нет. У меня есть желание, но я пока еще не решил». Смотрим примеры. Ибон Пахагенен, Вьетнам Йохенгэ, Хайкагео. В эти каникулы я думаю поехать во Вьетнам. Чумаринен, Тосугуане Касо, Чагыль Игликагео. На выходные я думаю пойти в библиотеку и почитать книги. Там дальпуто йогарель пеулькахео. Я думаю начать изучать йогу со следующего месяца. Дэй шопингхайкахео. Я думаю завтра делать покупки. Чонёк чумбихагиширасо чумунэсо могилькахео. Я не хочу готовить, поэтому думаю заказать его. Оремане хэсуёкжанге галька ханэнде кати галлео. Я давно думаю, чтобы пойти на пляж. Пойдешь со мной? Хесарель, омгилькаенэнде, ольгэби оллясо, княн, танигиру хэсэйо. Думал сменить работу, но мне повысили зарплату, поэтому я решил остаться. И последний пример. Чинан пахаге, гояньи мокасо, ибон пахаге, гояньи галькахэйо. В прошлый отпуск я не смог поехать на родину, поэтому в этот отпуск я думаю поехать. Все, урок у нас закончился, увидимся на следующем уроке. Пока.